This area is called Semyonovka. It's considered to be part of the neighboring city Slavyansk. And I would say that this area probably suffered the most during the military action that took place between June and July. In July, the villagers set up a committee for reconstruction. By August, they had managed to reconnect water and electricity supplies, but they lacked the materials to rebuild their homes. The ICRC provided them with what they needed to repair roofs and windows. Bakhshinai, a young mother from the village, was one of the people to benefit from this aid. Я беременна была во время войны. Мы уехали в Херсонскую область к своим родителям. Мы приехали, крыши не было, где нашли шифера, так ремонт сделали, так напополам, так. Надо жить, детей надо куда-то привезти. Думаю, еще даже еще будут люди таким, что нуждающимся, да, потому что звонят практически днем и ночью. Сегодня в 7 часов утра вот здесь совхоза улица, бабушка подошла, говорит: а что ж вы, кажу, гололед такой, в 7 часов пришли в этот самый, ну, кажу, вот так принесла мне 30 квадратов, мне надо, ну, кажу, ну там 15-18 шиферин. Ничего нету. Здесь нету ни почты, ничего. До войны еще в клубе там была комнатка, там была почта. Вот сейчас людям вот заплатить, получить пенсию, ну ладно, там приносят пенсию, почту там возят оттуда, приносят просто почтальоны деньги. Ты падали и все прочее, я так выйдешь, второй раз, ну, он то гнездо. А они сидят в гнезде аисты. Ну, а так мы жары были. Вот соседи были, вот там в 20-м доме, вот в этом доме были. Да, вот тут бомбануло, ветки все побило, клуб вот этот разбило. И этот, в один день вот там снаряд упал, вот там что дом побитый. Вот там, что-то там. Крыши чьи, эти самые стены тряслись в подвале. Ну, страшно было, конечно. Муж залез, начал клеить, а скоро начинают стрелять. Он говорит: не пойму. Не... У нас вот такой маленький. This one was hit, so she had to repair the roof and stuck and the glass and the entrance door. And also there she repaired glass and entrance door. Some of it they repaired by themselves, but she got most of the support from the ICRC. До свидания. До свидания.